Что хочу сказать, это страшно, это реально очень важный шаг первый, и мне очень хочется сделать его максимально правильно. Я не ожидал, честно, что люди такие живые. Это настолько такие эмоции, знаете, как будто тебя подключили к электрическому стулу, тебя вот так. На сердце до сих пор колотится. И причем почему-то под конец еще больше адреналина появилось. Уже горло не поет, слюни уже высохли, а ты все равно хочешь давать эту энергию.